Добро пожаловать на канал интернет-магазина Планета Страйкбола. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Страйкбольный пистолет М92 Gen 2 производства компании WE поставляется в картонной коробке с полиграфией. В комплект поставки входит инструкция, сам страйкбольный пистолет и магазин. Данный страйкбольный пистолет выпускается в различном цветовом исполнении и является копией итальянского 9-мм самозарядного пистолета Beretta 92FS или M9, состоящий на вооружении армии и полиции многих стран по всему миру. Весит пистолет 885 граммов, а его длина составляет 220 мм. Представленный страйкбольный пистолет функционирует на сжиженной газовой смеси стандарта Green Gas, резервуар для которого расположен в магазине. Сразу следует отметить, что использование других типов сжиженной газовой смеси, а также сжатой углекислоты, может привести к поломке изделия. Для того, чтобы заправить магазин, нам понадобится баллон с Green Gas'ом. Необходимо повернуть магазин пяткой кверху и совместить сопло заправочного баллона с входным клапаном на пятке магазина, после чего с усилием надавить на баллон. В результате будет слышен звук травления газа. Стихнувший звук травления газа свидетельствует о полной заправке магазина. Сразу хочу акцентировать внимание на том, что для предотвращения рассыхания уплотнительных колец следует хранить магазин пистолета частично заправленным грингазом, поскольку смесь содержит силикон и будет смачивать уплотнительные кольца. Характерным особенностям пистолета можно отнести имитацию хода кожух затвора при стрельбе, наличие на срезе внешнего ствола внутренней резьбы, позволяющей устанавливать на пистолет имитации приборов для снижения звука выстрела, проще говоря, глушители, а также дульные трассерные насадки. Кроме этого, в качестве особенностей можно указать возможность ведения автоматического огня. Корпус пистолета и магазин изготовлены из металлического сплава. Из удара прочного пластика выполнены только щечки рукояти. Механический предохранитель, он же переводчик режимов огня, на пистолете представлен в виде двухстороннего флажкового переключателя на тыле кожух затвора. В нижнем положении предохранитель включен, в наполовину поднятом положении позволяет вести огонь очередями, в полностью поднятом положении – одиночный огонь. Кроме этого, предохранитель еще и выполняет функцию декокера, как на боевом пистолете. Если курок взведен, при включении предохранителя произойдет безопасный спуск курка. Ударно-спусковой механизм на пистолете двойного действия. Стрельба возможна как после предварительного взвода курка, так и самовзводом. Для производства первого выстрела необходимо отвести кожух-затвор назад до отказа и отпустить. Дальнейшее взведение ударно-спускового механизма будет производиться автоматически. По окончании шаров в магазине пистолет встанет на затворную задержку. Для регулировки хоп-апа необходимо снять кожух-затвор с рамки пистолета. Для этого утапливаем овальную клавишу на рамке справа и поворачиваем рычаг на рамке слева по ходу движения часовой стрелки и снимаем затвор. Внизу на имитации патронника расположено колесико, при повороте которого в направлении курка увеличивается степень подкрутки шара. Штатные прицельные приспособления представлены в виде открытых нерегулируемых мушки и целика со специальными контрастирующими обозначениями для удобства прицеливания в виде точек белого цвета. При правильном прицеливании точки выстраиваются в одну линию. Установка магазина производится вертикально вверх в основании рукояти до щелчка. Для извлечения магазина достаточно нажать на клавишу экстракции, после чего он сам выпадет вниз. В комплекте поставляется металлический магазин. Для того, чтобы заправить его шарами, потребуется воспользоваться лоудером. Также можно зарядить его вручную, удерживая подаватель и вставляя в губки магазина шарики по одному.